Гороскоп на 7 января 2024 года для всех знаков зодиака. Овен. Отличный день у овнов для приключений, ярких эмоций и незабываемых открытий. Он поможет вам обогатиться духовно и набраться сил для новых свершений. Утром вам трудно проснуться, но это не значит, что можно отложить дела на другой день. Сделайте зарядку и вперед! Сегодня вас ждет слишком много интересного, чтобы медлить. Телец. Если тельцы давно запланировали путешествие, оно пройдет как нельзя лучше. Этот отдых однозначно пойдет вам на пользу. Вы получите заряд духовных и физических сил, разложите все по полочкам в голове и найдете решение давно накопившихся проблем. Время на отдыхе пролетит молниеносно, будет весело и интересно. Вас ждут новые знакомства и отношения. Торопитесь собирать чемодан. Близнецы. Чудесный день, который принесет близнецам надежду на решение серьезных проблем. Сегодня вы образец подражания, от вас веет уверенность в собственных силах, и вы заряжаете все вокруг позитивным настроением. Но постарайтесь избежать авантюрных идей. Ожидаемого результата они не принесут и могут испортить вашу репутацию, которая выстраивалась годами. Рак. Отличный период у раков для новых знакомств и долгожданных встреч. В ближайшее время вы проявите честолюбие и начнете борьбу за власть и раздел зон влияния. Но не переусердствуйте, перегнув палку, можно получить обратный результат. Не мудрено нажить врагов и подорвать свою репутацию. Не принимайте поспешных решений. И если уж взялись манипулировать, заранее продумайте стратегию и пути отступления. Лев. Сегодня рассудительность сыграет львам на руку, поможет грамотно оценить всю входящую информацию и принять правильное решение. День будет благоприятным в плане обучения. Полученные сегодня знания в ближайшем будущем пригодятся. Также отличным решением будет заняться здоровьем. Обратите внимание на хронические заболевания и пройдите курс профилактики. Дева. Девам самое время избавиться от своей излишней скромности. Люди вас не замечают. Пора заявить о себе. Вас ждет много интересных предложений в личной жизни и на работе. Главное разобраться с собой и понять, чего вы действительно хотите. Звезды сулят гармонию в отношениях с близкими и друзьями. Проблемы решатся, и у вас наступит пора любви и взаимопонимания. Весы. Сегодня весам важно правильно оценить свои силы и возможности. Не бойтесь обратиться за помощью к друзьям и близким. Не стоит рассчитывать только на себя. Не допускайте эмоционального и физического выгорания, поскольку силы вам еще понадобятся. Чаще бывайте на природе, желательно у водоемов. Они хорошо нейтрализуют негативную энергию. Позаботьтесь о вкусном ужине. Он принесет вам удовлетворение и укрепит ваши силы. Скорпион. Проведите сегодняшний день максимально активно. Займитесь спортом или активным отдыхом. Ваш организм жаждет свежего воздуха и шашлыков. Самое время этим заняться. Сегодня возможны неожиданные новости или известия о близких людях, которых вы давно ждали. Новости могут вывести вас на эмоции. Не стоит их стесняться. Иногда их нужно выплескивать. В противном случае это чревато подорванным здоровьем. Стрелец. Стрельцы сегодня в ресурсном состоянии. Самое время заняться решением накопившихся проблем. Можно составить список по градации важности и приступить к их выполнению. Сегодня будьте осторожнее с едой. Велик риск отравиться или подхватить инфекцию, серьезно подорвав свое здоровье. Ваш вечер сегодня обещает быть веселым и насыщенным. Козерог. Сегодня Вселенная решила вас проучить и готовит вам серьезный жизненный урок, который пришло время усвоить. Если козероги привыкли проводить вечера в компании алкоголя, пришло время разобраться с основными причинами такого поведения. В срочном порядке разберитесь с накопившимися проблемами, иначе такой образ жизни вас до добра не доведет. Водолей.
Сегодня особая дата. Воздух наполнится магией. Потусторонние силы придут в мир водолеев. В этот день очень важно быть осторожным со своими желаниями. Они могут быть услышаны. Постарайтесь провести день с семьей. Уединитесь. Займитесь просмотром фильмов. Постарайтесь не приглашать гостей и без лишней надобности не выходите на улицу. Рыбы. Сегодня у рыб хороший день для спорта и посещения мероприятий, связанных со здоровьем. Прислушайтесь к своему организму. Если вас что-то беспокоит, обратитесь к специалисту. Все можно решить, если не запускать. Отличная идея для вечера – посетить бассейн, баню или хаммам. Это однозначно поможет вам расслабиться и навести порядок в голове. Дорогие зрители, я желаю каждому из вас крепкого здоровья, удачи в делах и гармонии в душе. Пожалуйста, берегите себя и несите людям только добро и улыбку. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими близкими. Всем хорошего настроения и прекрасного дня!